Ребенок, ем игрушки? Дима груши ест. Дима жует. Оказывается, научить ребенка жевать это просто. Ему просто нужно дать вафельку, сладкую вафельку. Ведь она такая вкусная, но ее надо жевать. И только тогда Дима научился жевать. Да, забыла поздороваться. Всем привет, с вами канал Артмания. Что там у тебя? Груши, кстати, мы эту тарелочку решили использовать вот так. Это тарелочка из фикс-прайса, ее разогревать в микроволновке нельзя, в ней еду. Вот, поэтому я ее вот решила вот так вот. Здесь на столе ее закрепляю, или в комнате там закрепляю, он бегает, бегает, подойдет, откусит яблоко и дальше побежал. То есть она, ну, держится нормально так, бывает. Как бы не вот прям, как мне казалось, что будет держаться. Ребенок может сам самостоятельно ее снять, уронить. Уже падала она у нас. Да? Вот и как он ест. Как мартышка прям. Прям мартышка. Ой, ой, ой. Сонный, да? Сонный, умывался, еще чубчик весь торчит у него, да? Да? Вот и как он ест-то. Вот он как ест. Вот и как вкусно-то. Яблочки. Яки, яки. Да, типа, как ты их называешь? Яка, яка. Яблоко. Это как вкусно. Что ты делаешь? Я сейчас буду в яблоке. Что ты делаешь, да? Я не пойму, у тебя урок труда тут, что ли, что-то? Непонятно. Да, здесь у него и груша вот одна последняя осталась у нас. А нет, не последняя, еще есть яблоки. Груша его прям Дима ждала несколько дней. На подоконнике лежала. Вчера нам что-то было никак некогда. Потому что до еды, если ему дашь яблоки, он потом будет кушать плохо, он уже будет сытый. Это надо после еды давать, чтобы до следующей еды было много времени. Хотя, ну, кстати, мы проснулись сегодня очень поздно. Почти что в 12 часу. Дима спит, естественно, я будильник не ставлю, я тоже сплю. Вот. Он дрыхнет, я помню, что он там просыпался, что-то начало 10, что-то пи-пи-пи-пи, что-то глаз так открыл, о, начало 10, надо вставать, все. И потом он замолчал, уснул, и все, такие вот дни у нас бывают, когда Дима прям спит до 12 дня. Редко, конечно, наверное, раз в месяц. Это бывает, надо, кстати, записывать, наверное, начать. Но бывают такие. Да? Редко, но бывают. Скажи, бывают. Вот и как. Выбираешь, что ли? Выбираешь. Куда они денег лежат? Вот тут. Открывай. Опа-па. Опа. Аккуратно. Как Дима прибирается у нас. Вот как. Ровненько. Поставь их вот так. Вот. Молодец. Мама их выставила, чтобы выбросить. Да? А Дима обратно положил. На место. Клади, клади. Там он, там. Закрывай. Молодец. Убрал сам на место. Мама только за камерой сбегала, да? Сбегала, только камеру успела взять. Да, ты танцуешь? Танцы, 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 танцы. Дима танцует. Дима танцует. А-ча-ча, 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 а-ча-ча. Да. У нас дождь начался. Стеной просто, просто стеной. Офигеть! Так бабахнуло сейчас, кошмар. Я как раз повернулась, вон там он вот туча. Повернулась как раз и видела, как молния сначала сверкнула. Ну, как, знаете, как не молния, а свет просто, яркий свет, как будто взрыв какой-то. А потом так сильно бабахнуло, хотя у нас было только вот это вот окно открыто, а вот здесь закрыто. Сейчас она опять бабахнула. У меня как раз ребенок был около балкона, прям шарахнулся аж. Испугался. Да. Я аж прям испугалась очень сильно. Вон.
Но был очень сильный грохот, знаете, ощущение, как будто реально был где-то за домами, вот за теми вот домами, как будто взрыв какой-то. Как вот бывает в войну взрывы, да, вот точно так же прям было. О, уже заканчивается. А был прям стеной такой. Прям стеной шел дождь. Не просто как бывает вот наискось, там еще куда-то, а прям прямой такой дождь стеной. Так неожиданно. Прям гром, и сразу дождь начался, сразу же прям. Видимо, прям туча была такая явная. Там вон светло чуть-чуть. И сразу наверху там это... А, опять? Дяди! И сразу наверху соседи засуетились, топать начали, бум-бум-бум, побежали, бум-бум, как будто балкон не закрытый. А, опять сигнализация пожарная сработала в школе. Сейчас Диме покажу. Вот, открыли балкончик. Там, оказывается, даже град. Вот тут хорошо видно на машине. О, все беленькое. Даже град. Тогда понятно, почему так сильно бабахнуло. Да, Дима смотрит. Дима в маму вцепился. И смотрит. А там вот светло. Оттуда вот бабахнуло туча. Ой, сильнее полил. Люблю сильный дождь, на самом деле. Очень люблю. Дождь, да, сильный дождь. Начался, поэтому и бабахнуло. Бабахнуло. Ой, как снег прям. Как будто. Ручейки текут. Неожиданно так. А там на земле. Как идет дождь, расскажите. Там дождь, да? Как он идет? Пока расскажи. Как он идет? Кап, кап, кап. Кап, кап, кап. Еще раз. Кап, кап. Молодец. Так идет дождь. Да, мы все закрыли. Тут закрыла я. Там я все эти ручки тоже закрыла. Не мешало нам, чтобы. Дима пугается этого грохота. Да, здесь у меня, кстати, коллекция ракушек, которую я когда ездила на море, собирала. Тут чуть-чуть тоже есть. А это свекровь мне подарила. Новый аромат. Монтале. Монтале. Вот. Ну, мне что-то... Не знаю, не особо подошел. Я побрызгалась им. Ну, что-то мне голова разболелась. Сильно. Не знаю. Кап-кап-кап-кап-кап. В коллекцию мою хорошо бы он, конечно, зашел. Как раз такого золотого чего-то не хватает. Есть вон красненькое. А там вот как раз куда-нибудь туда. Там. Там дождь. Дождь там, да? Кап-кап-кап-кап-кап. Дождь. Там. Кап-кап. Дождик. Кап-кап.